Спонсором данного видео является топовый проект 2015 года GrandRay.ru. Он предлагает на выбор 4 эпических сервера. Первый сервер основан на военных действиях – Grift Hardcore. Второй сервер – магический, 40 модов, более 30 открытых миров и без грифа для тех, кто любит свободу в действиях. Третий сервер – Greg Tech. Четвертый отдельно посвящен магии, но он пока что на бете-тесте. Ссылочка на эти сервера в описании, если вы заинтересованы, то присоединяйтесь. Ребята, я хотел бы вам сказать то, что новая серия Pixelmon выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Когда это будет завтра, сегодня или через пару минут, или даже может через 2 недели, зависит только от вас. Если хотите видеть новую серию Pixelmon как можно скорее, просто поставьте лайк. На предыдущей серии мы набрали нормальное количество лайков, поэтому эта серия вышла, получается так. Но следующая выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Надеюсь на ваше понимание, на вашу поддержку и всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем наши замечательнейшие приключения с покемонами в новой серии. Всем добро пожаловать. Ребята, сразу же хочу извиниться, то что в этой серии, к сожалению, камеры не будет. Просто то ли я ленивая задница, то ли у меня просто нету настроения или желания сейчас играть с камерой. Ребята, я просто извиняюсь, но сейчас у меня тут градусов под 40 нахрен. У меня 11 часов ночи вот сейчас, но у меня так в комнате душно, что как будто я сейчас в душе сижу, знаете, с меня это все течет. Но это, ребят, я извиняюсь, может это как-то отвратительно слышится, но у меня тут такая уже жарища, что это можно с ума сойти, если честно. Поэтому, ребята, я тут потный, мотный, всякий сижу, поэтому, если честно, даже вообще не хочется на камеру смотреть. Ладно, сейчас не об этом, давайте быстренько выкинем 10, о, как раз тут нормально. 1, 8, 9, 10. В этой серии мы еще убьем 10 близ, итак, давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9-10, замечательно. Ребята, в этой серии я, к сожалению, никому не буду готовить еду. А знаете почему? Потому что я в следующей серии приготовлю сразу 2 человекам еду, да. Просто в этой серии, ребята, как-то не очень хочется. Так, давайте-ка мы пока что посмотрим. Поливирл 5 уровней осталось. Давайте мы его не будем трогать, потому что лучше прокачать другим покемонам уровни. А потом их докачать где-то на острове или еще где-то. Мне кажется, так будет экономнее, если честно. Не будем мы тратить столько много блисси. И до 40 уровня. Ну, 39 еще можно убивать. 8 блисси осталось, да? 8. 7, да? 7, да. Все, больше не будем, потому что это уже мелкие уровни пошли. Вот, Таурус, Поливирл, покемошки, которых можно убить уже... точнее, прокачать уже на нашем острове. Все, ребят. О, знаете что? Ребята, а давайте мы в этой серии просто-напросто будем обычно охотиться на покемонов. А зачем? Не забываем то, что нам еще нужно словить Райквазу, заспавнить Мьюту и обоих... О, как раз там босс. И обоих вот этих покемонов нам нужно еще будет словить, точнее, вот этих 2 легенд. А как мы их нафиг будем ловить? Только с помощью мастерболов. Мы, конечно, можем попытаться словить их с обычными болами, но, ребята, я думаю, вы согласитесь, что это не так уж и просто словить Мьюту там с каким-то, не знаю, квикболом. Мы там быстрее пару стаков потратим, чем действительно кого-то словим. Поэтому лучше все-таки поохотиться на босса. И может нам повезет, и может нам что-то выпадет. Ну что вы там? Любит. Ну, будем ждать, ребята. Вдруг они уже наконец-то сделают нам ребеночка. Мы станем, не знаю, это как бы, знаете, суррогатные отцы. Мы станем как бы родным отцом этому эликиду, который у них получится. Ребята, это суррогатные отцы, не смотрите, что они там делают себе ребенка, но все же он будет наш. Мы их заберем, украдем, купим, но им не оставим. Так, ну давайте пока что Веноната замочим. Нет, это хреновенько. Ух, это тоже хреновенько. Вот это уже получше. Ты нас парализировал, паскуда? Нет? А знаете что? Давайте-ка мы быстренько сейчас бегаем за Вабуфетом. Что-то там выпало. Давайте-ка мы быстренько сбегаем за Вабуфетом.
И постараемся его себе словить. Ребята, вы спросите, почему в буфет, а не винаут? Ну, как бы винаут, понятно, что первая эволюция в буфета, но у винавта нету спавна. То есть, так же, как, например, у того же Эликида. У винавта нету спавна, поэтому нужно спаривать в буфета, чтобы получить винаута. Опять же, такая, ребята, хрень. Я хотя бы надеюсь, что вообще эволюцию винаута как бы... Точнее, спаривание винаута как бы добавили, потому что... Магби же не добавили, может такая же фигня будет и с винаутом. Так, ну пока что нам не очень везет на какие-то классные вещички. Сами ребята видите то, что толковое нам пока что ничего не выпадает. Было бы круто, если бы выпало. Мастербольчик, пожалуйста. Ну или паркбольчик. Я уже не прошу экспешер, потому что экспешер нам уже нахрен не нужен. Можете уже запихнуть себе экспешер в этом сезоне. В буфет. Короче, буфет, ребята. Но хотя бы надеемся, что паркбол, мастербол мы еще получим. Было бы действительно круто. Это сюда, что мы можем еще? Давайте, знаете, вот это выкинем. В принципе, больше ничего и нельзя выкинуть. Легенд нам уже, ребята, легенды нам не нужны. Сейчас нам просто нужно искать покемонов. А кого у нас еще нету? Там еще с поке спаун с... Ух ты ж нафиг. Сваблю. У нас нету сваблю, ребята. Точно. Тут еще действительно у нас остались еще таких покемонов. Много покемонов, которых у нас еще нету. И нужно будет их ловить. А знаете что? Давайте в этой серии мы себе сделаем покедекс. Сейчас, ребята, 1330. 1330. 75. Давайте в этой серии мы себе сделаем покедекс и будем... О, я что-то не туда ты пехнулся. И будем смотреть, каких покемонов у нас нету. Потому что... Ну, если честно, много еще покемонов. Опа, как раз круто. А много покемонов, которых у нас еще нету, было бы круто, если бы мы их словили. Даскбол. Ребята, это немного глупо, но у нас уже, не скажу, что скоро, но как бы уже, можно сказать, конец сезона. И нам под конец сезона опять нужно будет себе делать кучу всяких покеболов, потому что видите, что... Винаут, ну все же посмотрим. То, что наши покеболы уже, ребята, кончаются. И мне кажется, вряд ли хватит этих покеболов до конца сезона. Потому что, как-никак, нам еще осталось какой... О, опа. Нет, ребята, замечательно, у Винаута есть эволюция. Я уже напугался, просто, знаете, я думал, что у него нету. Мне даже кто-то говорил, что у него нету эволюции. Но все же круто, согласен, круто. То, что у него есть эволюция, нам если честно, еще меньше работы. Но жалко то, что мы все-таки словили в буфета одним болом, который сейчас нужно будет выкинуть. Ну, круто, ладно, я согласен. Ух ты ж нафиг, а знаете, что я сейчас вспомнил, ребята? Сейчас, ну, ладно. Что я вспомнил? Так у Пикачу же, у Пичу же тоже нету спавна. То есть мы уже давным-давно прокачали себе, нашли Пикачу, прокачали себе Райчу. У нас уже давным-давно есть Райчу, но у нас нету у нас нету Пичу. Охренеть. Нам что, еще нужно будет Пичу вылавливать и искать? Охренеть, ребята, это не очень хорошо, но... Можно сказать, плюс один покемон, который нужно будет разводить. Разводить на что-то, да? А, ну что, давайте еще, может, парочку боссиков постараемся найти. Если нет, топаем домой. Потому что у нас там есть наши покемончики, которые нас ждут. А знаете, что мне интересно, ребята? А вот, например, вот сейчас Электабас и Дитто, которые сидят у нас возле нашего дома, да? Вот тут, например, где наш дом? Вот тут. Вот тут наш дом, а мы вот тут. Мне интересно, вот это все там делается, то есть они продолжают размножаться. Потому что, если знаете, если вы в курсе, то что, когда ты ставишь на пережарку что-то в печку, да, и отбегаешь на большую дистанцию, то печка перестает работать. И работает только тогда, пережаривает только тогда, когда ты находишься где-то близко возле печки. А, может так же с покемонами, то есть может они так же работают, что ли. То есть... Они продолжают спариваться, продолжают, ну, как бы, выготавливать яйцо только тогда, когда мы рядом с ними. Если это так, то это не очень хорошо, потому что стоять возле них и просто наблюдать, как они там шпилькаются, тоже не очень хочется. Но я надеюсь, что это не так. Так, ладно, давайте, ребята, мы быстренько потопаем домой.
Опа, Таурус уже 40 уровень, нифига себе, чуть тебя не перекачал. Так, также, в принципе, выложим еще одного покемона сегодня. Это уже Таурус у нас будет. И, в принципе, там у нас уже, знаете, около пятого заполненного бокса, что ли. То есть уже практически пятый заполненный бокс у нас. Хотя нет, не почти, где-то он будет около центра. Заполненный. Но Тауруса мы уже выложим, это очень круто. Фу, Сваблю. Сваблю нам сейчас реально очень нужно. А еще нужно... Ребята... Пожалуйста, подскажите, каких покемонов у меня еще нету. То есть вы, может, это как бы глупо звучит, но может вы лучше знаете, чем я, каких покемонов у нас нету. Фиг его знает, может действительно это так. Офигеть, 20 кусков опыта. Это уже 7, ага, у нас 6 Блисси осталось. Ну сейчас подождем, пока Шайни Видл эволюционирует. Сейчас мы пойдем еще в Буфета удалим. Отлично, мы словили Винаута, тоже круто. Тауруса прокачали, может еще даже еще кого-то прокачаем. Поливиру у нас сейчас есть, там эволюция, потом еще одна эволюция, но это уже другого поливага нужно. Ну, потом разберемся, ребята. Какуна. Это 6, да? То есть 6-я Блисси. Угу. Это 5-я. Опять эволюция. Да. Нужно, ребятушечки, нужно дальше прокачивать нашего Драгонейра, потому что скоро Глайскор уже уходит, к сожалению, на пенсию. Очередная пенсия идет по следу Лукарио. То есть недавно только Лукарио ушел на пенсию, на пенсию, и следом за ним сейчас уходит Глайскор. Уже почти, уже 4 уровня осталось, еще 5 Блисси у нас осталось. У Глайскора 4 уровня, а у нас 5 Блисси. Так, ага, ага. 5, 4. Мы еще быстренько сейчас прокачаем. 3. И пока что больше не будем никого трогать. Лучше напишем, чтобы не забыть. Замечательно. Нам нужна Сваблю. Хоть вы убейтесь. Но другие, хоть вы убейтесь, другие покемоны, но нам нужна Сваблю сейчас. Я, в принципе, я знаю, что у нас еще нету каких-то покемонов, но я не могу вспомнить, кого именно. Поэтому, ребята, я сейчас вас и прошу мне Опа, замечательно. Поэтому, ребята, я сейчас вас и прошу мне помочь. Напишите, пожалуйста, в комментариях, каких покемонов у меня еще нету. Может, вы будете лучше знать, может, вы более так следите за развитием событий. Сваблю, иди сюда. Алтария, замечательно. Фу, надеемся, мы сломим с помощью 15 квикболов вот эту Сваблю. Посмотрим. Да, замечательно. Замечательно, ребята, замечательно. Все, мы словили Винаута, мы словили Сваблю. Это очень круто. Сейчас я не знаю. Если честно, я просто не знаю, кого нам дальше продолжать ловить, потому что я не знаю, кого у нас нету. Если бы я знал, я бы написал сюда, кого у нас нету, и попытались мы бы его найти и словить, но я не имею представления. Иви у нас уже вроде все есть давным-давно. Последний Иви у нас это было... Амбриоша, да? И знаете что, ребята, если в следующей... О, там, видите, Иви бегает, прыгает. Если в следующей серии... Опа, стоять. Если в следующей серии мы будем... мы будем делать еду... Точнее, ну, по несколько заказов, да? То еще через серию я опять, ребята, очищу музей. И мы посмотрим, кто станет победителем наших... Не, каких нафиг голодных игр. Ну, каких-то игры остаться в живых, да. То есть, кто последний останется в музее, тот и победитель. А если несколько человек останется в музее, ну, значит, несколько человек победителей стали. Победителями стали, да. В принципе, мне еще будет приятнее, потому что я буду знать, что более больше человек не перестало комментировать, а как бы осталось со мной и продолжило комментировать. Ну, ребята, видите, что там круто, то есть мы находим боссов, сколько мы уже убили боссов в этой серии, около так 5, 6, 7, около этого числа, потому что точно я не знаю и точно я не считал. Но все же, может, мы еще найдем, может, мы еще кого-то найдем, нам еще 3 Блисси осталось, замечательно. Фу, мне нужно, ребята, мне нужна от вас информация, кого у нас нету. Мне она очень нужна, чтобы я уже в следующей серии начал охоту за этими покемонами. Я знаю, что у нас нету Порygon'а. Я знаю, что у нас нету вот этих первых эволюций, да, там Пичу, ла-ла-ла-ла-ла и остальные. Это, в принципе, мы потом порешаем, ну, как бы вот этим спариванием дальше. Кого у нас еще нету? Мьюту, ну, Мьюту как бы мы заспавним, Райквазы нету.
И хрен его знает. И вот остальных ребят я не знаю, поэтому и прошу вас помочь. Так. Все, нет, не все. Это сюда, это тоже сюда. Замечательно, мы все подняли. Вот так. Ху-ху-ху-ху-ху. Ну, боссики есть, но, к сожалению, боссики вы наши, вы нам не дропаете то, что нам нужно. Дропаете всякую билиберду в какой-то степени. Твою мать, ребят, я на вас обиделся. Вы не подсказали мне, я перекачал Бедрила. Бедрил, ты паскуда, ты в курсе? Зачем ты перекачался? Мог бы сам подумать. А, то есть, ну ладно, все, я 40 уровень. Не буду огорчать Эдисона, лучше не буду перекачиваться. Но нет, нафиг. Это выкинем. Зачем мы столько носим с собой хрени, да? Бедрил 42-й. Сейчас мы уже его, ребята, будем прокачивать к 45-му. Покехил. Покехил, покехил. Полетели дальше в поисках, в охоте за боссами. Это очень важно. Потому что мы не закончим сезон, пока мы не найдем, точнее, не дропнем себе два мастербола или паркбол и мастербол, или там два паркбола. Потому что без этого, ребята, мы никак просто не сможем закончить сезон. Стоять нафиг. Это... Опа, легендарный боссик, это круто. Попадем, как думаете? Ну, конечно, попадем, я же снайпер нафиг. Так, так. Снайпер там, где не нужно, да? Лучше бы так в КС-ке снайперил или еще где-то. Это можно взять. Куча просто вещей нафиг. Куча просто нафиг вещей, которые... Ну, что тут можно выкинуть? Ребята, что тут можно выкинуть? А, яйца можно... Яички можно выкинуть, точно, я что-то туплю. Вот тут еще что-то было, я вроде где-то видел. Нет, вроде мы уже все подняли. Все не все, но что-то мы еще действительно не подняли. Я видел, что больше так вещей выпало. Ну да ладно, не подняли, так не подняли. Это выкинем... Рыбку выкинем, это выкинем. Больше, нам нужно больше места, чтобы больше убивать боссов. Ребята, вы не обижайтесь, то, что мы так много времени проводим в путешествиях, то, что мы только ищем босса. Твою мать! Ты так быстро летаешь, что я не успеваю остановиться. То, что мы ищем боссов, но вы сами должны понимать то, что сейчас у нас поиски боссов будут, ну, в какой-то степени очень... частым явлением, потому что без них мы не закончим сезон. И у меня к вам есть небольшое предложение по поводу сезона, но это предложение у нас будет в следующей серии. Я не хочу сейчас раскрывать всю завесу, тайну за завесами. Я хочу это сделать в следующей серии. Пускай сейчас повисит такая небольшая интрига. А в этой серии вот такой, ребята, опросик. То есть каждую серию постараемся делать какие-то опросики, голосования и все такое. Но в этой серии у нас каких покемонов у меня нафиг нету. Может, вы знаете, ребята, я пока что не знаю. Может, у меня... Может, потом, когда мы себе сделаем покедекс, мы попробуем поискать. Но у нас вроде нету Хорси. Вот кого-кого, но Хорси у нас нету. Давайте мы, может, попробуем Хорси словить. Нет, давайте мы сначала пойдем домой и посмотрим, действительно ли у нас нету Хорси. Ребятушечки, пожалуйста. Вы уже там, ну, как-то, ну, определитесь, будете ли вы там ребеночка делать или нет. Мне бы уже очень хотелось Эликида, чтобы уже Электабаза, Электривайра себе сделать и закончить на этом спаривании и начать спаривать там, допустим, Манчлакса. Точнее, Снорлакса, чтобы получился Манчлакс. Не перекачайся, пожалуйста. Это у нас 3, 2, 1. У нас еще... О, замечательно. У нас еще одна Блисси осталась. Ну что, ребята, прокачиваем Ченси на Блисси. Нормально, нормально. Сейчас уровней будет. Ну, как нормально? Сейчас ты нафиг заспавился 45 уровень, а не тогда, когда нам нужно было. Нам еще бы один стендик сделать. Алмазный, но, к сожалению, алмазов у нас нет. У нас есть 9 алмазов, но 9 алмазов нам нужно на блок алмазов, чтобы, ну, чтобы потом сделать себе мюту, логично. Так, ну что, выкладываем двух покемонов. 5, вот сюда. Таурос идет, и вместо него выходит Ликитунг. Бедрил идет, и вместо него выходит Парас.
тут вроде четвертый бокс у нас уже вроде прокачанный. То есть даже больше, точнее пятый бокс уже больше наполовину прокачанный. И да, замечательно, что мы сюда пошли, потому что сейчас я вижу, что у нас есть Хорси. Но я не представляю, зачем у нас есть Кокуна, если мы уже прокачали Бедрила, да? И вот сейчас нам Лугия, Селеби. Сейчас Сваблю, Винаут, Вабуфет мы удаляем, потому что у нас есть Винаут. Ну, немного мы так расчистили, ребята. Замечательно. Тут у нас есть, например, Сервайн, у нас уже есть прокачанный Серпериор, первая, ну, третья эволюция. У нас есть уже Сайзор. У нас есть уже... кто тут у нас есть уже? У нас уже есть Найнтейлз. Но просто, ребята, это как бы... Понимаете, это шайни покемоны, и как бы они будут идти на замену обычным покемонам. Когда мы будем прокачивать шайни. После того, как мы прокачаем шайни, мы удаляем обычных и ставим на их место шайни. Ребята, давайте как-то побыстрее. А знаете что? Мне интересно, работает ли эта хрень? Что это вообще такое? Голден, вот сильвер. Сильвер хрень какая-то. Ага. Ага. Это как бы ускоряет шпилькой. Ну, как бы ускоряет ихние, ну... зачатие, можно и так сказать. Но мне бы уже хотелось видеть ваше яичко. Яичко где появится? О, вот тут лучше вот это сюда поставить, чтобы не было... О, ага. Ну, потом поставим, чтобы не было лишних таких мест. Точнее, свободных мест. Ну что, ребята, давайте мы еще пойдем, выспимся. И, может, пойдем еще за парочкой боссов. В следующей серии мы уже прокачаем Пуливерла. И уже нужно хотя бы, чтобы у нас получился Драгонайт, ребята. Потому что, смотрите, крутой перец у нас уже 97 уровень. То есть ему осталось еще 3 уровня. А это будет, может... Опа, это что за хрень? У меня тумбочка появилась, я, наверное, ее там сломал. Опа. Она так просто ломается? Ага. Она так... У нас корабль пропал! Твою мать, тут был... А, нет, вот. А что тут у нас тогда было? Ничего не было? Ну да ладно. Вот так. Значит, эти часики, да, как мне сказали подписчики, они просто ускоряют рост, точнее, ускоряют спаривание, да? Уже белое, да? Или мне так кажется? Или желтое там? Опа, опа! Наконец-то, ребята! Сейчас! Получилось? Ребята, наш ребеночек, это суррогатный отцы, не смотрите, ребята, мы основные родители Эликида. Так, где яичко? Вот оно. А его нужно брать и носить с собой. То есть, ну, в смысле, вот так, да, как, например, с тем подарочком. Да, ребят, это, наверное, так. А знаете что, если это уже так произошло, то давайте Манчлокса поставим, Снорлокса, точнее, поставим спариваться. Но на Снорлокса нужна определенная шапочка, вроде вот такая, да, только красная. А ее у нас сейчас, к сожалению, нету. Или чай, я так быстренько пробегусь глазом. Ага, нет, ребята, у нас ее нету. Это можно забрать, это полезная хрень. Есть! Full Essence, это вроде она. Ребята, если я неправильно написал, то, пожалуйста, исправьте меня в комментариях. Буду очень рад, если вы это сделаете. Потому что я точно не уверен, но вроде вот эта шапка. Вроде она. Так, ладно. Твою мать, я случайно нажал охрененной штукой. Золотыми часиками на это, твою мать. Вот это они в какой-то степени хреново сделали. Потому что нужно именно пустой рукой сюда нажимать. Я просрал вот эту охрененную вещь. А как мне сейчас электробаза убрать? Я как-то не очень... Ага, вот так. Я просрал вот эту охрененную вещь, золотые часики. Твою мать. Ну ладно, так уж и быть. Где у нас Дитто? Я его только что убрал, но я как бы уже не вижу, где он. Дитто. Ребята, то ли... А, вот он. Дитто и кто? И Снорлакс. Где у нас Снорлакс? Вот он. Сейчас, а в Снорлаксе должна быть... В Снорлаксе должна быть шапочка. Ну ладно. Тогда давайте...
Jigglypuff. Так. Ditto is more attracted to Jigglypuff every day. Is more attracted to Ditto every day. Замечательно. Но это можно уже будет убрать, потому что мы уже не будем спаривать вот этих. Так, давайте еще. Вот так. А зачем я два раза нахрен клацнул? Можно было только один раз. А, я опять забыл, ну ладно. А, нет, можно вот этим. Ну, смотрите, замечательно, мы уже получили яичко. У нас будет, наверное, уже скоро или кид. Сейчас Иглибаф, Манчлакс, Пичу. И вроде все. Ну и Клефери, и Клафа, да? И все, ребята, на этом мы уже будем заканчивать эту серию. Надеюсь, она вам понравилась. Не забываем... Нет, я должен убить. Значит, в следующей серии мы убьем на одну Блисси больше. Не забываем, ребята, то, что набираем 500 лайков. И, точнее, новая серия выходит тогда, когда мы набираем 500 лайков. Об этом мы тоже не забываем. Ища... Да твою мать, ты что, такая толстая, я не... что за бред? Почему 31 уровень? Вот, бред какой-то. Так. Замечать. Ух, ни хрена себе, сколько уровней. Ну, как бы понятно. Эдж-бомб, вот это. Дайте нам какие-то классные вещи. Дайте нам парк-бол, мастер-бол. Ну, пожалуйста, ребята, давайте мы попросим боссиков дать нам офигенные вещички, потому что без них мы не сможем закончить сезон. Было бы круто, если бы вы нам их дали. И вот у нас появилась собственная Блисси. Замечательно. Так, вещички. Ух. Так что, ребята, я вас попрошу, пожалуйста, скажите, правильно ли вот эта вещь, одевать ее на Снорлакса, чтобы получился Манчлакс. Точно ли вот эта вещь? Может, какая-то другая? Опа, это кто там у нас? Тут, ух, ни хрена себе. И самое, знаете, что обидное, что они спавнятся тогда, когда они у нас уже есть прокачанные. То есть не раньше. Ну не скажу, что раньше до того, как мы словили обычного покемона. Но хотя бы раньше до того, как мы его прокачали. Потому что мы его прокачали, сейчас нам его, наверное, нужно будет перекачивать. Ну ладно, это мы уже оставим на потом. Сначала прокачивать обычных покемонов, а потом уже прокачивать других. На этом мы, ребята, заканчиваем. Всем за просмотр. Вступайте в нашу банду крутых перцев. Все, что от вас требуется, это просто на меня подписаться. Вы автоматически станете одним из крутых перцев. Ну и будет круто, если вы также будете ставить лайк и оставлять свои комментарии. Это очень тоже придает мне сил. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.